Сравнивая ситуацию в России и Швейцарии, можно сказать очень просто. В России все только началось, а в Швейцарии все уже взяли под контроль. Сейчас в Швейцарии спокойно, безопасно, и люди очень ответственно относятся ко всем правилам и соблюдают их. Меня сильно этот коронавирус не задел, потому что, в принципе, никаких сильных изменений в нашей академической программе или в моей личной жизни не произошло. Единственное, что я стал меньше путешествовать, но я думаю, что это правильный подход. А так я все еще ем в сити-кампусе, и я все так же... У меня проходят онлайн-уроки, поэтому никаких сильных проблем. Я также делаю свое домашнее задание дома с друзьями, когда мы собираемся. Теперь группы наши чуть поменьше, но все так же проводим хорошо время. Вот. Кажется, что в Швейцарии сейчас очень безопасно и хорошо. Я чувствую себя здесь прекрасно. В супермаркетах очень много еды, а люди на улице ведут себя очень... рационально, они обходят людей всех и всегда держат дистанцию, поэтому мне кажется, что вся страна целиком подготовлена к этой ситуации, и никакого дефицита продуктов нету, и все в целом проходит очень спокойно. Швейцария спокойная страна, как была, так и осталась. Дорогие друзья, живущие в России, пожалуйста, не беспокойтесь за меня, находящегося тут в Швейцарии. У нас здесь все довольно четко и спокойно. Медицина на очень высоком уровне, поэтому даже если я заболею, то меня смогут вылечить очень-очень быстро.